Ну вот навес. Вот такой вот навес, сделанный из прутьев. Походу мы здесь останавливаемся. Они уже добежали. Kali, this is here? This is here? Yeah. This is your church and your class? Yeah. Over here, yeah? Wow. Ну, в общем, кто мечтает о новом церковном здании, обшитым золотом, алмазами, бриллиантами, кафедрой, которая бы сверкала бы яркими цветами, букетами красивыми украшенными. Я думаю, что есть другие проблемы в мире еще. Ну вот еще туркановское жилище. Еще более простое, чем сделанное из глины. Сделано просто из сухих пальмовых веток, которые их вот так вот перевязывают. Нанесли песочку внутри. Ой, слушайте, как классно тут прохладно внутри. Вау. Да, здесь на самом деле прохладно внутри. Очень классно. И пахнет сеном. С таким сухим сеном. Ну, понятно, что пахнут эти ветки. Но вот так вот творчески они все привязывают. Саутина с Вахилой. People. Вату. Yeah. Вату. Вату! Вату! Созываем деревню, потому что мы уже на месте. Вату! Куджани! На свахили это означает... Люди, идите сюда. Слушайте, ну мой крик вот все-таки оправдался. Вату идет сюда. Вату начинает подтягиваться. Они решили у меня проверку устроить. Они говорят, вот час ходьбы. Мы реально час шли сюда. Они говорят, мне час ходьбы через пустыню. Это далеко или близко? Я говорю, это близко. А они прям обрадовались, что это близко. Что... Ну, конечно, что для них это вообще... То, что для вас 5 минут в магазин пробежаться из машины. Вот. Карибу! Baba, ninakushukuru kwa asubuhi ya leo Bwana. Baba, tumeanza darasa letu asubuhi ya leo Bwana. Tunapoendelea Bwana, ukaleta watu wako, wanaume na wanawake wote. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema zako ambayo tumefika Bwana. Nimeleta hata wageni ambao tuko mbele zako, hata wanaume ambao siko hapa leo Bwana. Baba, utufunike na wito wako. Tunapoenda kusikia neno lako. Wacha neno la leo this today. Abaki alimoku ni wania bro itirega. Read the Bible. Akwarna kakili tofado akusoma kroit. Read the word of God. Tamata kina akusoma kroit yako. The word of God is healthy you. Aku akroit yako jikara kini yong. Because we are the powers. Ni kotere ki yakaru wani ngilinga. Then he has the help you. Ni twalo yele kakara kinete. Wow. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. I'll encourage you today. Ili mwagenda yako arai kwenda ga. I'll encourage you today. Ili mwagenda yako arai kwenda. Baya la karikini kidia mia yor na lasaro. Tell people the air in the sea, the air. Anungul de loko te apotu kira sinu zeku penira ra. Many people will shouting and jumping and... Anungul de loko apotu kira si... Ну вот мы возвращаемся обратно в нашу деревню. Вы знаете, конечно, интересно, вы видели ту часть пустыни, в которой мы были, там не было ни зеленых деревьев, ни зеленой травы, на холмиков
ничего не было. Вот сейчас мы зашли обратно в эту местность, и я говорю ребятам, как чем отличается вот эта местность от той местности, в которой живут люди там. Они говорят, эта местность более зеленая. Я говорю, потому что здесь есть вода, здесь уже близко река. Я говорю, вот почему вам нужно перейти всей этой деревни сюда, ближе к реке. Здесь есть пальмы, от которых они кушают часть какую-то от ветки, которая является съедобная и в которой скапливается еще вода. И, конечно, они поначалу там в пустыне хотели, чтобы мы для них построили более лучшие условия жизни, и мы дали им финансы, дали еду и все остальное. А я говорю, у вас здесь есть озеро Туркана, буквально в 3 часах ходьбы. У вас в деревне есть около 150 мужиков. Давайте пошлите 25 из них, которые у вас будут приносить каждый день свежую рыбу. И пусть эти люди меняются. Один день идут одни, другой день идут другие, которые обеспечивают ваших детей и вас, и стариков, едой, для того, чтобы у вас в пустыне вы могли лучше выжить. Потом оказалось, что здесь еще в час ходьбы отсюда есть еще одна речка, в которой тоже водится рыба, которая не высыхает, вот так, как высыхает река Керио. Вот, и там тоже можно ловить рыбу. И я говорю, вот если эта деревня переедет сюда, ближе к воде и ближе к рыбе, у них появятся возможности выращивать животных, и у них появятся возможности там иметь молоко, мясо и рыбу, и питьевую воду, которая будет не так далеко от того места, где они находятся. Но, в общем, все это я переплел вместе, конечно, с историей Авраама, Исаака и Якова, о том, как они ходили по пустыне в поисках еды, воды, и как они не сидели на месте и жили еще в более суровой пустыне, потому что, конечно, палестинские пустыни, они гораздо суровее, чем даже вот то место, в котором мы находимся. Так что я думаю, что на самом деле Евангелие что-то изменит в мышлениях этих людей, потому что я все это им передал, все это я им сказал. Поначалу было это все воспринято, конечно, с большими эмоциями, такими негативными. Женщины начали кричать, руками размахивать. Потом, когда мы уже прощались, после того, как я им объяснил все это, но, конечно, настроение их поменялось. Дай Бог, и спаси Бог теперь их мужей, которым они возвращаются обратно после библейской школы. Так что, я думаю, надеюсь, рассчитывая на то, что что-то реально меняется здесь, благодаря тому, что мы сегодня пришли. Мы тут идем и смеемся, что вот Кали, он будет выступать в роли Аарона, как самый крутой проповедник. А вот с нами... Sorry, what is your name? My name is Кормиза. Кормиза? Кормиза. Мы нашли этого человека под деревом. Это была реальная библейская история. Он отдыхал под деревом, когда мы шли в деревню. И Кормиза присоединился к нам. Он тоже в этом путешествии. Он оказывается с той же деревни. Он ученик Кали. И вот мы были в той деревне и проповедовали там, и разговаривали, общались с людьми. И я говорю, что Кормиза, он для этого народа, для своей деревни, должен стать Моисеем, который должен вывести этих людей от этого голода вот сюда, ближе к реке. И пусть это будет его миссия. Кали тут смеется. Конечно, он уже знает, о чем разговор, мы уже эту тему обсудили. Уже поржали, так что... Но на самом деле все является правдой, чистая правда. Все это чистая правда. У них... Они могут это сделать, если просто из тех 200 человек, которые там живут, ну хотя бы сотня станет, или хотя бы даже 50 станут и просто уйдут к реке. И начнут через пару месяцев нормально жить, то все будет по-другому. И остальные тут как тут. Строительство вот этой лачуги,
которой они живут, занимает 3 дня в соломенной лачуге. В принципе, что терять? Что терять за неделю? За неделю полностью каждый может построить себе новый дом в этой местности, где уже есть пальмы. Вот тут. Вот впереди. Видите, пальмы какие высокие, красивые. Там уже берег реки.